Вася Обломов, Вася, Ксения Собчак, Ксения и Леонид Парфенов. Владимир Владимирович, тут такое дело, не хотелось бы, чтобы это вас как-то задело, но народ сказывает про вас разное, и хорошее, конечно, и совсем безобразное. Мы всецело поддерживаем здравые начинания, но никто не выполняет ваши обещания. Вас разводят как лоха на каждом шагу, у Парфенова спросите. Все так, я не вру, деньги отмываются даже на борьбе с коррупцией. Ни один полицейский не знаком с Конституцией. Нургалиев набрал про успехи реформы, деньги распилили даже на пошиве формы. Голикова врет вам про здравоохранение, вам безбожно врут опросы общественного мнения. Фурсенко врет про реформы образования, про пользу ЕГЭ и про школьное питание. Вам врет фонд патриотического кино, они пилят бюджет и снимают говно. Движение наше и кремлевская молодежь, заслуги вашей партии ставят овощи и рожь. Вам гонят пургу в Министерстве обороны, армия заебается, не работают законы. Новости превратились в ваш видеодневник, был Медведев Раша, а у вас какой ник? Видимо, вы начали обо всем догадываться, что ложь обступила и продолжает подкрадываться. Вовремя дистанцировались от «Единой России». Мутная партия. Скажи, Василий. Конечно, какие тут могут быть друзья? Вон раньше всем заправляла президентская семья. Пока в Питере борются с пропагандой пидоров, Чуров наврал вам про результаты выборов. Вам вешают лапшу на уши про пенсионные льготы. В интернете вашими сторонниками являются боты. Люди смеются над вашими перестановками. Близнецов отзывают Димками и Вовками. За митинги, показанные по всем каналам, платились бабки и преимущественно налом. Автобусами с регионов свозили народ, изображали нереальную поддержку. Так вот, Михалков ляпнул, что ваша власть от Бога, не догнал даже токарь из-под Таганрога. На митинги поддержки за вас и за ядро народ прорвал оцепление и ринулся в метро. Странно, что вам это все неизвестно. Есть решение, если интересно. Заводите твиттер, следите сами за всем, регистрируйтесь в фейсбуке и затем... Будете в курсе событий в стране. Это информативнее, чем ваш вакуум в Кремле. Верьте нам, Владимир, мы с вами не первый год. Если что, мы на связи, российский народ. Если что, мы на связи, российский народ.